Все ключевые криптовалютные активы серьезно упали в цене за прошедшие сутки. Суммарная капитализация рынка снизилась до $1,67 триллиона, так как популярные цифровые валюты потеряли в стоимости от 5% и более за последние 24 часа. По состоянию на 15 часов 40 минут по МСК 3 февраля 2022 года, флагманская криптовалюта биткоин торгуется на отметке знак доллара 36,487. Ее цена упала на 5,54% за минувшие сутки. На данный момент суммарное предложение монет на рынке составляет $690,74 миллиарда торговой объемы, $22,4 миллиарда за 24 часа. Вторая криптовалюта, эфириум, стоит знак доллара 2598,1. Это на 6,76% дешевле, чем было вчера. Рыночная капитализация виртуального актива находится на отметке $309,37 миллиарда, а сумм сделок за сутки – $15,47 миллиарда.